Иван Владимирович, вы принимали участие лично, непосредственно в создании этого нового центра? Так точно. А вы как долго исполняете обязанности начальника? 7 суток. Понятно. А начальник где? Должность вакантная. Что? Должность вакантна. Вакантна? Сергей Кожугетович. Да, Владимир. Я услышал. Пора назначать. Да. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Удачи. Ну, а с нами говорить будет, нет? Тебе-то что не говорят, хорошо, целее будем. Я бы тоже хотел главным стать. Ты уже главный. Я бы главнее хотел быть себя. Я главнее тебя, ты что, офигел, что ли? Че он говорит? Плохая связь какая-то. А говорит, грозы пикантные. Понял? Он его главным сделал. Че, главный по грозе, что ли? Че за бред? Не, ну ты же у нас за вафельной тапочкой отвечаешь, что ты. Не, ну это важно, что. Сергей Кожугетович, пора назначать. Да не смеши ты, что-то. Должность ваганда. Да не смеши ты, я услышал. Я сыртыша? Да отстань ты, реально, что ты говоришь? С чистого листа, все начать с нуля. Пусть пугает стат, мы с тобою не отпустим рук. А что это? Мы все время под них подстраиваемся, под эту Москву, блин, у нас 2 часа ночи уже. Пусть они все ночью выходят, блин, на связь. Ну так и скажи. А я скажу. Не, ну скажи. Да я скажу сейчас. Ну скажи. Потом посмотрим. А что они мне сделают? Я скажу, что мне 14 лет, и пофиг вообще. Ну, по малолетке пойдешь, и все. Да ты не накаркал, ладно, блядь, не буду говорить ничего. Стал плечом к плечу, встретив новый день. Птица с длинной шеей, 4 буквы. Первая Г, третья С. Гвоздь. Нет. Гвись. Нет. Гась. Нет. Блин, все эти умные книги не для меня. Не двигайся. Хромаки слетит, увидят яму. Йоу, сколько было пройдено нами с тобой, дурак. Йоу. А ты чё в каске? А чё?